Гассиев готов выйти на ринг прямо в аэропорту. Мурат Гассиев прилетел в Москву. Чемпион мира в тяжелом весе по версии МБА ИБФ Мурат Гассиев прилетел в Москву на бой против обладателя титула в бою WBC Александра Осика. Россиянин чувствует себя уверенно и готов выйти в ринг уже в аэропорту. Как и планировал, прилетел в Россию за неделю до боя. Проблем с акклиматизацией у меня не бывает. Смена часовых поясов – не проблема. Мне достаточно хорошенько поспать в самолете, и я готов выйти на ринг уже в аэропорту, написал Гассиев на своей странице в Инстаграм. Ранее сообщалось, что Александр Осик также отправился в Москву на бой против Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец уволил своего тренера Сергея Ватаманюка перед боем. Напомним, бой Усик-Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция. Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram. По материалам сайта newsgra.com.